Робинзоны, Робинзоны, всем добрый вечер, начинаем нашу перекличку. Как ваши дела? Как прошел день? Друзья, что бы вы посоветовали будущим Робинзонам? У меня максимально практичные советы. Старайтесь не относиться ни к чему слишком серьезно. Вот они меня здесь бросили. Берите реально парочку книг. Не паникуйте и ставьте себе просто маленькие задачки для выполнения. Ставьте большие проекты. Вот сейчас надо согреться. Окей, делаем костерок, греемся. Окей, разжигаем горелочку, делаем чаечек. Тоже все должно начинать. Промокли? Ничего, не беда, просушим. Берите вкусную еду. То есть не берите какие-то там юпи, зука, там всякие дошираки и так далее, хоть они и весят немного. Но лучше вы потратите время и приготовите что-нибудь вкусное, например, супчик. Хотел поймать рыбку на ужин и запечь около огня. Это принесет гораздо больше пользы и повысит боевой дух. Не пугайтесь глобального, все будет хорошо, Владимир всегда поможет. И не берите лопату. Удачи. Жизнь Робинзона налаживается.